Городской субботник в Муравленко сегодня удалось провести только внутри помещений. Ямальская погода внесла коррективы в планы экоактивистов. Обрушившийся на Муравленко снег в конце апреля не повод отказываться от запланированного общегородского субботника, решили сотрудники администрации города. Активисты «Чистого Ямала» провели уборку в помещениях, пересадили цветы и навели уют на своих рабочих местах. Мы планировали выйти на улицу, убрать территорию около администрации. Но так как погодные условия нам не позволили этого сделать, мы решили провести субботник здесь, внутри помещения. Для нас очень важно быть частью команды «Чистый Ямал», потому что Ямал – это наш родной дом, и важно поддерживать чистоту, уют и зелень. 2022 год объявлен на Ямале годом экологии. К волонтерской деятельности планируется привлечь максимальное количество северян. В округе проведут масштабные зеленые акции и реализуют экологические инициативы. Рады поддержать экологические направления, которые были заданы нашим руководством округа. И надеемся на то, что все участники, все жители, в том числе нашего города, также примут активное участие в годе экологии.